«Спорт день за днем» представляет проект «Территория спорта день за днем». Санкт-Петербург – северная столица российского спорта. В каждом районе города есть площадки и арены, которые способны удивить. Мы расскажем, где можно полноценно тренироваться, не отходя далеко от дома и от места вашей работы. Парк Есенина в Невском районе Петербурга на пересечении проспекта Большевиков и улицы Дыбенко. Расположен вплотную к станции метро улица Дыбенко, так что его существование уже успех. Обычно такие выгодные территории быстро застраиваются. Настоящий магнит для шахматистов, которые регулярно играют здесь под открытым небом. В прошлом веке это было обычное зрелище, а сейчас шахматы, как и прочие настольные игры, массово ушли либо в онлайн, либо в специализированные клубы. Здесь, в парке Есенина, можно регулярно последить за партиями пожилых игроков или сыграть самому. Прошлой осенью, например, на территории парка состоялся массовый товарищеский матч, посвященный 105-летию Невского района. Это, конечно, не так круто, как знаменитый шахматный день перед футбольным матчем «Зенит-Спартак» в 2019 году на «Газпром-арене», где играл сам Ян Непомнящий. Однако Непомнящий и многие другие гроссмейстеры начинали именно с таких игр в детстве. Вообще, парк Есенина – кусочек ретро посреди района, где живут 500 000 с лишним человек. Сама зеленая зона небольшая, но в центральной части выглядит как настоящий лес. Несколько лет назад, когда парк был плохо ухожен, это отнюдь не радовало. Сейчас тут можно гулять спокойно. По парку протекает река Кервиль, грязная, как мы уже ранее отмечали. Зато в ней полно уток, а некоторые утверждают, что видели бобров. Отличное место для пробежки или прогулки с детьми, которые всегда любят кормить уточек. Из нового отметим несколько очень разнообразных воркаутов, которые хорошо сочетаются с близлежащим парком аттракционов. Можно на выходных за один заход потренироваться и развлечься с семьей. Здесь же есть футбольные и баскетбольные поля, причем баскетбольное ограждено сетками, так что мяч никуда не улетит. Это важно, поскольку рядом речка, куда ронять мячик крайне нежелательно. Отдельная особенность парка – множество игроков в бадминтон. В этом плане у Есенина огромное преимущество перед центральными парками. Он расположен в спальном районе, куда туристы просто редко забредают, так что достаточно свободного места для местных жителей, желающих размяться. К тому же относительно недалеко, в переулке Чилиева, расположен спорткомплекс «Динамит» с его 6 площадками для бадминтона и регулярными весенне-летними соревнованиями, включая знаменитый турнир «Медный всадник». Серьезно занимаются бадминтоном в помещениях, где нет фактора ветра, но ради удовольствия лучше выйти на свежий воздух. В зимнее время парк удобен для лыжников, благодаря близости метро. Правда, некоторые жалуются на слишком активное посыпание песком, что хорошо для пешеходов, плохо для лыжных заездов, и тут трудно найти золотую середину. В летнее время парк подходит для бега, а сейчас, как и везде в Петербурге, его территорию начали адаптировать для велосипедистов и самокатчиков. Важность этого парка позволяет оценить один простой факт. Сами местные жители настояли на присвоении ему имени Есенина. Теперь это комфортное место для тренировок с поэтической атмосферой.